За две недели. Три, готово. Воздух. Салам, достор, бүгін Сонкөлдөбүз. Бұл жақта біздің болғаны 22 жаштағы жараныбыз. Өзінің бизнесін баштаптыр. Бұл жаққа болған тур негізілі ес алу қандай болғанын сіздерге баштан аяқ көрсетіп береміз. Андықтан бізмен болыңыздар. Меня зовут Альбор. Я Ай. Вот, хабер! Раз, два, три, вот отсюда и название Улуш. Плюс все полностью экологично. Во-вторых, у нас... Для орошения земель Казахстана нет. Бишке только бутылку сорган жоқпу? Жо, бар жақсы. Элдер мен сөйлесіп өле, уақыт өткізсеңіз Батумда. Мен өзім ойлағанмын, мен ұстап барамын деп. Кешінде жақсы қан емесмін. Ұстап барамын, бірақ аябай кетті. Жақсы ойындарды ойнатқаным үшін. Сидим, играем. Они все, уход. Чего так падам? Гүн жылуы елдің бардығы гүлгі барғысы келі отыр. А бұл жерде болса, өзіңізді көргіндей, оншалық қар бар. Мы лагерь построили за две недели. Вот это все. Кстати, если четыре девушки есть, можете сюда засидеть. Сразу можете здесь оставить. Арбир боз үйдө ушундай сонун жасалгалар бар экен. Ал эми бул меш болсо, бир эле жолу жакса, ошол эртең мененки чейин жылуулукту кармап турат экен. Арбир үйдө мондай кереттер бар экен. Бул жерде эки эле болгону менен башка боз үйлөрдө 5-тен 4-тен мындай кереветтер бар экен. Барабанная дробь. Да. Сейчас вы увидите люксовый туалет на самолёте. Вот это вообще туалет. Как люди реагируют на туалет? Здесь также теплый воздух подается, то есть когда вы поднимаете руку, здесь не холодно. Смотрите, у нас является одним из таких экологичных лагерей. Мы очень, как сказать, следим за природой. Элементарно мы не используем генератор, а используем именно солнечные панели. Очень классно. Вообще невероятный пейзаж, чистый воздух, вообще все нравится, очень. Ну, так... Чахты вы? Ой, Абдан. Леси, чахты. Ой, некий бар чахты, да? Вообще, как они приготовились за две недели, очень удивляет. Потому что юрты почти все обставлены, все самое нужное, все чистое, все новое. Самое главное это душ с туалетом. И немаловажный факт, что это все эко. Наконец-то, может, мы начнем вообще Кыргызстан задумываться о том, что нужно использовать больше экологичные какие-то проекты реализовывать, да? Так что они большие молодцы, я рада. Не сидят ты. Туалет комфорт у тебя?
отрулле сөмкөлө карап отурган келет экен. Мужак келгенде айтып калдым. Баарды жапчаңы, баарды биздин шаарда жашагандай эле комфорттуу. Сизден сурай элекмин. Кандай болот эт? Сонун болот да. Энеси жакты? Закат жабат болот. Азырынча кырткан. Эки жумада кандай жетиш, кантип жетиштиңиздер ушул нерсеге? Биздин план боюнча деген биз даярдыкты деген уже канча январь айында баштаган болчубуз. Бул деген туалеттин жана душту даярдап жасап баштаганбыз. Анан сырткы бозулерди даярдап, бияка келип деген уже куруп салып, куруп баштадык. Азыркы учурда лагерь 100% даяр боло элек, бирок деген 90% уже даяр болуп калды буюрса. Ал идеяларды ким? Өзүмдүн идеяларым бул. Бул деген ошо ар кандай десек, Бишкектеги жана чет өлкөдөгү эс алуучу жайларды көрүп, ошолордон биз пример катары алып, ошол ушу киргиздик да, мисал катары алып. Ичинде бир аз үшүдүм, бир аз эле. Башкалар болсо үшүдү, үшөдү билем. Сурап көрүш керек. Мен эс алдым, кайрылдым. Үшүгөн жаксыңарбы? Жок, үшүгөн жокпуз. Анткени боз үйдүн ичинде печка бар экен. Ошондо жатып, жылуу жаттык. Кандай эс алдыңыз? Үшүдүңүзбү? Жок. Үшүгөн жоксузбу? Бар, жакшы. Кандай эс алганым? Уйку жетти. Туруп-туруп жылуу кийимдер кийип кайра жатып аныктадым. Биз деген вообще мени көргөн эмеспиз да? Мен ортада болом. Кандай экен?